Я-то. Правее три шага, правее. Серега, давайте быстрее. Опять там этот. Друг твой, блин. Чё ты опять потерял? Скорых ты видишь, где теряешься? Подвое! Стагри! Внимание! Все мусульмане, поздравляю вас с праздником. Сегодня праздник, Курбан-Байрам. Так что всем успехов, здоровья, семейного благополучия, счастья, всего остального. Заключительный день сегодня нашего сбора. Я всех благодарю. Команду Узбекистана, команду Венгрии, все ребята, которые нам помогали, которые приехали, сами готовятся. Удачи команде Узбекистана на Олимпийских играх. Спасибо. Как можно больше золотых медалей завоевать. И кто едет на международные соревнования стран БРИКС, всем желаю как можно лучше выступить, как можно больше завоевать золотых медалей. Вам доверила страна выступить на этих соревнованиях, так что достойно к этому отнесемся. Дали возможность основному первому составу отдохнуть, и вы заменили этот состав и должны доказать, что вы одни из самых лучших. Особо сегодня собрание делать не будем, по календарю соревнований по ходу разберемся, работаем по группе, но да, запланировали пока два сбора, один сбор такой более-менее оздоровительные, больше всего игровые, здесь в Сочи планируем с 30 июля по 10 августа. И второй сбор планируем провести в Кисловодске, там посмотрим. Сейчас закончится Олимпиада, там будут много международных соревнований, постараемся по возможности, куда нас пригласят, там и выступим. Еще раз говорю всем большое спасибо за подготовку. Значит, уезжайте по возможности. Кто у нас завтра летит, сборная команда России летит, отливаете поло, одеваете штаны и белые кроссовки. Вот в этой форме вы вылетаете. Сейчас Геннадий Геннадьевич, кто едет первым составом, 5 часов выезжаете, уже выезжаете. Сейчас решил вопрос по небольшому питанию для всех, там, кто у нас в команде.